Религиозная ситуация в Кустанайской области, она стабильная. Официально зарегистрировано 10 конфессий, 105 религиозных объединений. В целом 90 объектов у нас религиозного назначения. Это мечети, это храмы, это церкви. Ну, раз в квартал мы встречаемся для того, чтобы мы друг друга услышали. То, что у нас нет каких-либо конфликтов, каких-либо там вопросов, проблем, это уже будем считать, что это положительно. Это раз. В этом году, первый-второй квартал, мы, наверное, это хорошо, ни разу не применяли нормы административного законодательства. То есть явных каких-то нарушений со стороны наших религиозных сообществ ни одного не было. Без взаимопонимания, без понимания каких-либо основ не будет и дальнейшего взаимодействия. Поэтому в первую очередь мы всегда при встречах, при наших, ну, соответственно, функциональных обязанностях, мы об этом говорим, получаем полное взаимопонимание от всех руководителей наших конфессий, от всех, невзирая на национальность, на национальный состав, то есть полное взаимопонимание у нас есть. Мы, как государственный орган в лице Управления по делам религии Кустанайской области, в таких форматах проводим соответствующую работу. То есть не только узкая направленность, но и в целом, чтобы общество наше было взаимоуважение, терпение и дальнейшем процветании.